Порог на экспорт. Милиция пресекла деятельность очередной подпольной порностудии, которая работала в интернете. Заведение под видом частной фирмы размещалось на двух этажах одного из общежитий города. Такими картинками заманивали пользователей из Соединенных Штатов и Западной Европы. Вход на сайт с порноконтентом для стран СНГ был заблокирован. За дверьми с электронными замками и системой скрытого наблюдения скрывались 30 компьютеров и видеокамеры, круглосуточно транслировавшие во всемирную сеть запретные развлечения. Нагрянувшие милиционеры застали всю компанию в процессе, изъяли сервер и вещественные доказательства. В результате всех мероприятий было изъято большое количество видеотехники, компьютерной техники, а также задержано около 16 человек. Из них 14 – это девушки, которые непосредственно занимались изготовлением данной продукции. На самом деле, говорят в милиции, здесь несколько смен работало 60 девушек. Большинство актрис – студентки вузов. Зарабатывали в месяц больше $1000. Я прочитала объявление на столбе около университета. Я там учусь на 6-м курсе. Судя по обнаруженным документам, месячный оборот студии превышал $1 миллион. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновным в изготовлении и распространении порно грозит лишение воли от 3 до 7 лет.